И снова всем доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня на обзоре будет самокат. Да. Но не удивляйтесь, самокатик 175 колесо. Фирма Rochus. Стоит он 7999 рублей. Он имеет тормоз на боковой ручке, на правой, передний амортизатор, выдвижной руль и 175 колесо. Данный самокат считается подростково-взрослый. Цвет у него черно-серый. Давайте мы его откроем, посмотрим, соберем. Вот самокатик, друзья. В комплекте поставляется инструкция. Ограничение по весу данного самоката 100 килограмм. Этот самокат именно для парковой езды. Вот, смотрим, тут у нас тросик имеется тормозной. Сейчас поставим ручки. Ручки сами по себе, грипсы здесь пластиковые. Имеется тормоз, грипсы резиновые, система складывания здесь фолдинговая, то есть вот эту вот часть поднимаете вверх, и самокат складывается, фиксируется вот на этой защелочке. Также есть задний тормоз, стандартный, обычный, и, как я сказал, тормоз на правой ручке руля. Имеется небольшая вот такая подножечка с резиновой лапкой. Тип подшипника в данном самокате, друзья, АБИК 5. Это средний уровень подшипника. Также имеется вот такая вот дека. На нее наклеена нескользящая шкурочка. Данные шкурки можно менять. Высота рулевой варьируется от 81 до 107. Для взрослых высота рулевой колодки регулируется по пузо. То есть поднимаем, и руль должен быть на уровне пуза. Сейчас подниму вам и покажу. В принципе, готов к тому, чтобы на нем прокатиться. Но не скажу, что тут дека особо широкая. Такая средней ширины. Под мою ногу, конечно, она будет маловато. Я бы себе взял пошире. Но это все-таки... Так что, друзья, вот такой вот самокатик. Ход у него мягкий. Передний амортизатор тоже будет немножко отрабатывать, но не сильно, друзья. Больше подходит для катания по асфальту, по грунтам или по каким-то кочкам. Нежелательно на нем ездить, все-таки он с одним амортизатором. А так, в целом, сами все видели, друзья. Сам по себе самокат алюминиевый. Единственное, что хотел сказать от себя, вовремя протягивайте все шестигранники, которые находятся в колесах, вот в этой части. Это очень важно, потому что со временем они будут разбалтываться, а это не есть хорошо. Ну и подшипники, друзья, тоже меняйте их, потому что это расходный элемент, они очень быстро разбиваются в самокатах в целом. Так, неплохой самокат, подростково-взрослый, советую присмотреться. Ну и цена, друзья, 8000 рублей, в принципе, недорого. Также вы можете сделать на него скидку 10%. Для этого всего лишь нужно скачать мобильное приложение Спортмастер вот по этому QR-коду, полностью там зарегистрироваться, пройти в раздел «Мои промокоды» у вас там будет, и можете заказать данный самокатик домой, вам его привезут. Вот. Либо прийти в магазин, сделать самого вас, использовать эту скидочку. Так что, друзья, смотрите. Всем, кому понравился данный самокатик, ставьте лайчонок, подписывайтесь на канал. С вами был Михаил. Пишите комментарии. Кто хочет поддержать мое творчество рублем, ссылочка на донат будет в описании. На этом буду заканчивать свой небольшой обзорчик данного самоката. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. Катайтесь на самокатах, на велосипедах. Будьте здоровы. Всем пока-пока.